Одно из излюбленных мест отдыха анапчан и гостей курорта – парк «Ореховая роща». Здесь можно не только укрыться от палящего солнца в тени ветвистых деревьев, но также освежиться у фонтана, позаниматься на тренажерных снарядах или прогуляться по многочисленным тенистым дорожкам парка. Для детей здесь раздолье, детская площадка, мягкие газоны, которые даже в знойную погоду остаются зелеными. Гости Анапы, приезжающие на отдых с семьями, отмечают, что это идеальное место для времяпрепровождения с детьми. Для ребенка, мне кажется, это очень хорошее место. Здесь много зелени, парк сам такой уютный и компактный. Дышится хорошо, и народа нет столько много, как в городе, на пляже. То есть все хорошо. Цветы, розы, конечно, вид. Вот внук говорит, плохо фотоаппарат не взяли, пофотографировали бы. Как здесь расположено все? И деревья, и зелень, и фонтаны, и скамеечки. Можно посидеть, отдохнуть. Все вот эти елочки, орехи созревают, дети катаются, цветы цветут красиво. Привлекает парковая зона туристов и своим благоухающим цветочными клумбами. Здесь высажены тысячи роз и других цветов. Правда, сейчас им приходится нелегко. В такую жару, даже несмотря на регулярный полив, некоторые растения теряют свой цвет под воздействием прямых солнечных лучей. Однако силами коммунальных служб общий облик парка удается держать ярким, сочным и цветущим.